Президент России Владимир Путин поручил запустить в регионах программу «Арктическая ипотека». Семьи смогут приобретать жилье по 2% годовых. В Карелии в арктическую зону входят Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Каливальский районы и Костомукша. Тело мертвого лося обнаружили петрозаводчанки, которые гуляли с собаками на кургане. По предварительной информации, следов насильственной смерти на животном нет. Специалисты выяснят, почему лось оказался в городе и от чего умер. С 24 по 28 июля в Карелии проведут техническую проверку системы оповещения с кратковременным включением сирен в течение дня. Жителей просят не предпринимать никаких действий по сигналу, соблюдать спокойствие и порядок. 22 июля в поликлинике номер 1 на улице Свердлова, 20, можно пройти диспансеризацию, углубленную диспансеризацию, профилактический медосмотр и сделать флюорографию. Время работы с 8:30 до 13:30. 23 июля в Петрозаводске на стадионе «Спартак» пройдет матч четвертьфинала по американскому футболу между карельскими оружейниками и московской командой «Capital Sharks».